А теперь вот такие надену очки, оправу такую. Как я вам? Вот такая красотка. Супер, да? Вообще интересно. Какие красивые. Сейчас я померю еще одну. Так, это я померю такую. Вот такого плана. Вот такую сейчас померю. Вот она. Товар такой нежный, красивый такой. Красиво, да? Вообще. Какие-то прямо очки такие звездные, как звезда кино экрана. Так. Я все проходила мимо этой оптики. А вот сейчас зашла и просто в восторге. Просто в восторге. Очки я не ношу как-то особо. Но вот когда вот примерила, померила, мне так понравилось. Я попрошу потом, чтобы повесили. Так, а какие еще померить можно? Ну-ка, вот какие мне еще пойдут? А вот они еще. Ну-ка, вот такие. Как я вот в этих. Как я выгляжу. Вот в таких. Или все-таки те красивее, красные, да? И черные. Да? Ну, красиво, да, мне очки идут так. Вот. Так, девушка, я тут похозяйничала, что-то не получается ровно положить. Так, что еще можно померить? Какие я еще видела красивые? Так. Угу. А вот такие, если я померю, вот такие вот. Под мои глазки голубые. Вот как смотрится. Такие красивые? Нежные такие, да? Так, смотрите, знаете, как ухаживать за очками? Что еще? Как я снимаю, как ухаживать. Ну, все остальное, как бы, мое уже. Так. А, да? Хорошо. А вот такие, если я померю еще. Я сегодня готова. Так, померю вот такие. Вот эти. Красивые? Вот такие. Вот. Вот такой я очкарик.